Привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в безумный лифт. И да, я спряталась от марионетки в вентиляцию. Вот она. Желательно сильно близко к ней не подходить. Погнали дальше. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Так, бабка Гренни. Они ломятся все к ней. Пожалуй, я сюда пойду. Знаю, она меня тут достанет. Но... Кыш отсюда. Повезло одно, что она что-то сюда не хочет лезть. Ну что ж, хаскорим. Не знаю, где она, но типа хаткором я сейчас занималась. В игре, кстати, прошаренная достаточно. Я тут на первых местах красуюсь. Это замечательно. Гаденыш этот. Блин, закрытая дверь уже. Ну, знаю лишь одно, что можно вот сюда запрыгнуть. Блин. Так, что-то оно тут... Ладно, пускай. Хотя бы здесь запрыгну. Они пытаются туда запрыгнуть. Ну, пускай прыгают дальше. О! Мы сейчас ножик вытянем. Оп! Прикольненько. Так, ты ж вонючка такая, а? Чуть меня не выкинуло. Вот он там носится. Кстати, есть у меня есть вопрос к разрабам. Тут как бы этот маньяк, он появляется аж в 4 уровнях. 3 из них у него самостоятельные, а один из них там, ну, вы понимаете, какой. Это музончик. Все так смирно что-то стоят, я не знаю. Что это означает, что тут так смирно все так стоят сейчас. Или у нас очень такая дружественная компания попалась, или что? Пью. Так, я поняла, что это. Сейчас будет эта фигня. Приветики. Я, пожалуй, к ней. Да. Они еще даже не догадываются, что это. Даже еще не догадываются. Вот она. Вот она. Только что меня чуть не убила. Я ее вообще не вижу. А вот она. Чумелая. Дома чумелые ручки. Надеюсь, все меня слышат. Просто чумелые ручки, одним словом. Потому что я не вижу, где она. А, ясно, где она. Да-да. Сегодня будем идти в тяжкие. Да уж.
Хорошо. Чего ты толкаешься? Я вообще вот протагенчик миленький. Делит. Что это? Фух, это не прямая кишка, это... Да, мы их называем или прямой, или... Или не прямой. Жаль, что тут сейчас Вовы хотя бы нету, но... Пофиг. У нас сейчас занял прекрасный проход, там где... Рожа, если туда пойдет, то я смогу спрятаться и... Короче, понятно. Замечательно. Пожалуй. Я буду это... Пожалуй. Я не вижу где-то рожа. Вот и хорошо, что я не вижу. Где-то она там, я понимаю. Где-то она там. Кстати, есть миф, что от первого лица на некоторых чудищах, когда их, например, на Sonic XZ, когда он к тебе пытается устремиться, то у него открывается рот. Это надо, пожалуй, проверить. Если мы успеем сегодня. Ну, Пеннивайз, оп. Надеваем сразу буцики. Как вы там говорите, бархатные тяги сразу одеваем. Ну, факел не надо. Так, он там... Я понимаю, пока он вот хотя бы... не выйдет с этого туннельчика, я никуда не пойду, потому что уже в другом случае он вообще никакой опасности прям не представляет. Да, пока он с этого туннеля не выйдет, то... Ага. Он где-то там кого-то гасит. Это я вижу. Прямо ему на ножик идут. А, вот он носится там. Видите? При этом он меня не убил, потому что... Я понимаю, потому что я сразу не выскочила. Ну и при этом я не как те дебилы, они вот так... Я приду к нему! Тут клоун. Я тебе понимаю, почему так много уровней с клоуном. Вот, потому что это клоун. Потому что везде тут Пеннивайз. Ага, ей. Соник, мы это как раз таки и проверим. Приветики. Оп. Тише. Супер. Готовим пружину. Сейчас я вас научу. Кого-то уже убил. Погнали. Так, тут стоим. Все, если не убежу. Бедный челик. Ну, конец, если он... Ну, супер, он ведет его. Это сейчас было жестко. Если мы не проверили, но если кто-то не видел, то да, я посмотрела там в камеру, он открыл пасть. Он вот именно открыл пасть. И, кстати, тут есть такая ловуха, что у него есть кое-какой интеллект. И если никакой игрок там нету его. О, тираннозаврик, супер. Значит, у меня хотел показать, как обниматься с ним, но не судьба. Ладно, сюда, пожалуй, залезу. Я знаю, можно было и ниже, но я хочу просто посмотреть. Блин. Господи, они прямо ему там, где он будет выбегать, залезли. Дебильщики.
Да уж. Простите, друзья, что так мало роликов, просто у меня уже просто нету идей, что там. О, вот и все, и поубивали. Ладно, я, пожалуй, спущусь. Приветики, Терексик. Такой миленький, кстати, милашка. Особенно в темноте. Такой милый, чесноку. Он там ходит, вот. Ну что ж, друзья, уже прошло 10 минут. Так что давайте, всем спасибо, всем удачи, всем пока.